Прогуливаясь по Семиизу, невольно осознаешь, ради чего люди стремятся на полуостров. Это его величественные горы, неповторимые закаты и уникальная флора. Ну а как же сервис, спросите вы? Секундочку. Природа развивалась миллионы лет, ну а сервис последние десятилетия. Но, кстати, в том месте, в котором мы находимся, это вилла Эдем, с сервисом дела обстоят отлично. Элегантная курортная вилла Эдем с открытым бассейном и террасой находится всего в 800 метрах от песчаных и галечных пляжей Семииза. Вилла с роскошной архитектурой располагает номерами с кабельным ТВ, мини-баром и просторным балконом. Из некоторых номеров открывается прекрасный вид на Черное море. На территории действует кафе, а завтрак сервируется каждое утро. Воронцовский дворец Алупки находится в 10 минутах езды, а до аквапарка Семииза всего 5 минут езды на авто. Небольшой гостевой дом у моря предлагает одни из лучших условий отдыха в Ялте. Объективные цены и качественный сервис в одном месте – большая редкость. А при прямом бронировании сайта гостей ждут специальные предложения и бонусы. И, кстати, о бонусах. Друзья, на дне бассейна виллы Эдем я нашел настоящую черную жемчужину. Это дисконтная карта Крымло. Кстати, по ней отдых в вилле Эдем на 15% дешевле. Отдыхаем.